Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Антон Чейз. Я решил сегодня, когда уже эмоции подутихли после такого обидного поражения от сборной Бельгии, записать такой отчет по матчу, высказать свое мнение по поводу игры, по поводу тренерских решений и вообще по поводу перспектив нашей сборной вообще. Я бы все это мог сделать в формате видеоблога, но, к сожалению, в данный момент мое лицо довольно-таки грустное и уставшее после работы все-таки. Вот, поэтому я не хочу своей кислой миной вам немного портить настроение, поэтому все будет вот так вот. Сначала буквально пару слов о самом матче в целом. В принципе, откровенно говоря, играли лучше, чем с Кореей. То есть, если бы мы вот прям вот так вот бы играли на таком же уровне с Кореей, мы бы спокойно бы 2-0, даже хрен с ним, 2-1 обыграли бы, учитывая ошибку Акинфеева, пусть, но обыграли бы. И вообще, в чем это качество заключалось? В том, что в этом матче мы уже не боялись. То есть, не тряслись коленки. Я не знаю, почему в матче с Кореей наши реально играли трусовато. Пропустили гол и начинали играть. Вот тогда уже мы завелись после пропущенного гола от Кореи. И тогда вышел Кижаков, начал атаки разгонять, и все стало хорошо. Но до пропущенного гола наша сборная смотрелась как-то, как будто, не знаю, это не такие люди, которые играют всю жизнь в футбол. Какие-то детская, юношеская спортивная школа вышла играть в матче с соперником намного лучше. Я вам так скажу, что сборная Кореи — это слабая команда, откровенно говоря. В ней нет звезд. Последняя их звезда — это Пак Джи Сунг. Он ушел из сборной, по-моему, уже года, наверное, 2 или 3 назад. То есть он уже давно там не играет. И почти сейчас вся сборная состоит из игроков чемпионата Южной Кореи. Вы только послушайте, чемпионат, блядь, Южной Кореи. Это что такое вообще? Это турнир такой серьезный? Я не пойму, почему мы их боялись? Вот это мне были очень серьезные к этому претензии в первом матче. Но сегодня, ладно, не об этом. Так вот, с Бельгией мы играли достойно. То есть я вот приготовил окошко статистики, вот смотрите-ка. Вот, в принципе, по статистике удар по воротам у нас их больше было. Ударов в створ у бельгийцев на один побольше, это не так страшно. И владение мячом тоже не такой-то и большой разрыв. В принципе, говорю, матч, можно сказать, даже был равный. Другое дело, что у бельгийцев, так сказать, уровень качества футбола, уровень исполнителей намного выше, чем у нас. То есть, я думаю, сравнивать того же, например, Азара и Канунникова — это довольно-таки глупо, то есть, где играет Канунников, где играет Азар. Вот, но не в этом суть. Я говорю, что играли мы лучше, чем с Кореей, потому что не боялись уже в этом матче. То есть, вот. И сейчас давайте-ка по составу буквально каждого сейчас разберем. Так, Игорь Акинфеев в этом матче, ну, как сказать, в принципе, я думал, что его, может, заменил бы Капелло на того же Ладыгина, но мне кажется, что Капелло пока что Ладыгину не доверяет, потому что у Ладыгина все-таки еще особого опыта нет. Он, в принципе, сок там довольно-таки недавно засветился в «Зените», и вот мне кажется, пока что это, так сказать, перспектива на ближайшие годы, если вдруг Акинфеев и дальше продолжит так вот играть. И вообще, я скажу, что Акинфеев, что, и, честно говоря, в последние годы уже играет не так хорошо, как раньше. То есть я помню Игоря до, наверное, 2011 года, когда вот он играл за ЦСКА в Лиге Чемпионов. Тут, я помню до сих пор матч с МЮ, когда сыграли 3-3. Вот тогда был совсем другой Игорь. То есть то, что сейчас, и то, что тогда, это небо и земля. То есть тогда он тащил все почти что. То есть реально он мертвые мячи вытаскивал. Сейчас он очень часто лажает. Не знаю, с чем это связано. Может быть, там что-то у него в жизни случилось. Может быть, там с обороной что-то не так. Может быть, он просто деградирует как футболист. Не знаю. Но я как человек, который поддерживает ЦСКА, довольно-таки, так сказать, трепетно к этому моменту отношусь, поэтому я за Игорем слежу и переживаю, поэтому не знаю, что там с ним будет дальше, но я пожелаю ему удачи в любом случае. По-прежнему все-таки самый лучший вратарь в России — это Игорь Акинфеев, и особых ему альтернатив нет. В принципе, да, Рыжиков хороший, опытный вратарь, но мне кажется, это все-таки это не уровень матча на Маркане такого ответственного. И Ладыгин тоже довольно-таки большой был бы риск, хотя Ладыгин тоже хороший парень, в принципе. Вот, дальше Алексей Козлов. Ну, в этом матче я не скажу, что он меня как-то впечатлил. Мне кажется, он весь матч играл на отбой. То есть он получал мяч, пинал его вперед. Мяч вперед, вообще порой даже не глядя, куда он пинал его, в принципе. Но, не знаю, вот если выбирать Козлова и Ещенко, я выбрал все-таки, наверное, Ещенко, потому что Ещенко, он более техничен, более быстр, не знаю, хоть он и старше, чем Козлов, лет на 5, по-моему. А Козлов такой более угловатый, деревянный, не знаю, так сказать.
Поэтому, почему так сделал Капелло, ну это ладно, это не самая его большая ошибка, так сказать. Дальше смотрим, Дмитрий Камбаров. Весь матч, особенно первые минут, наверное, 40, на его фланге зверствовал Мертенс. Просто, блядь, весь наш фланг уничтожал, не знаю, вечно за Камбаровым, сзади, за спиной было много свободного времени, там вечно прибегал этот ебаный Мертенс, поэтому Камбаров просто не успевал за ним. Вообще, Камбаров мне не особо в этом матче, в принципе, тоже понравился, но так он, ну, на своем уровне, грубо говоря, сыграл. Вот. Дальше мы смотрим центр защиты, это Игнашевич и Березуцкий Вася. В принципе, к ним особых претензий-то и не было. Они сыграли более-менее достойно. Но когда забивали нам гол, я не знаю почему, все стояли, блядь. Все просто стояли. Я когда вот видел этот момент, смотрю, это Казар проходит по флангу. И все просто, его даже никто не встречает. Прям как в матче Реал-Атлетико, когда забивал Марсело. Тоже Марсело бежал к вороту, никто не встречал его. Такое ощущение, что наши до этого бегали часов 5, не знаю, по огромнейшей жаре. Просто все умерли в этом моменте. И нам спокойно забили. Думаю, все, уже пизда, и гол забили. Собственно говоря, я даже этому не был удивлен. Вот, поэтому вот это вот такая претензия к нашему центру. Дальше смотрим, это Самедов Сашка. Ну, в принципе, он сыграл, как сыграл. Ничего такого особенного я его не запомнил. В принципе, так бегал по флангу, так вот обострял более-менее. Тоже, так сказать, его уровень. Вот Глушак. Ну, Глушак мне вообще тоже особо не запомнился. Он так, по-моему, один раз там поворотом шлепнул сдалека. Вот. Но его дело все-таки, Глушак все-таки это парень, который направлен на разрушение. Поэтому даже не знаю. Как говорится, запоминается более атакующие действия. Поэтому так, кстати, выделить его я не могу. Дальше Виктор Файзулин. Вот в кои-то веки Витя сыграл классно, в принципе. То есть помним его хлесткий удар. Он проходил, в принципе, не боялся идти в обыгрыш. Пару угловых там заработал для нашей сборной, поэтому ему этот матч в плюс. Шатов мне не понравился в том плане, что он часто терял мяч. Я понимаю, что он парень еще молодой, что ты выходишь, блядь, на Маркану, пиздец, просто стадион огромный, такой матч важный, вся Россия смотрит, но все-таки, ладно, если ты такой волнуешься, точнее, если так сильно волнуешься, скажи там Капелло, мол, я очкую, ставь Дзагоева вместо меня там и так уж и быть. Поэтому Шатов, так сказать, не знаю, мне не понравился, честно говоря. Канунников, вот я вот говорил еще буквально до матча часов за 5, что Канунников вообще, скорее всего, не сыграет на турнире, а он сыграл в этом матче и вышел в старте. Я думал, что Канунников, не дай бог, он, блядь, в обморок от волнения упадет, потому что Канунников это был, по-моему, второй матч за сборную. И слава богу, я даже не знаю, что там случилось. Максим сыграл классно, реально, для его уровня, для второго матча, все-таки, да, вроде второй. Первый матч был со Словакией, блядь, Словении, с кем он там играл-то. Ну, не суть. Вот, Макс сыграл реально классно. Ну, не то, что прям классно, прям не то, что восхитительно, но сыграл достойно, в принципе. Не пожарил, то есть не волновался, то есть обострял где надо. Вот, и Кокорин. Это вот вообще глупость. Ставить Кокорина центр-форвардом, а потом многие жалуются, что, мол, Кокорин хуесос, потому что не забил тогда головой. Я вообще не удивлен тому, что Кокорин не забил головой, потому что он не центр-форвард. Он играет в Динамо слева, где, блядь, центр-форвард это Курани. Курани головой забивать умеет. Кокорин не умеет, потому что он и не должен этого делать по сути. Ставь ты, блядь, Дзюбу, которого ты, сука, не взял, Капелло. Почему не брать Дзюбу? Я по-прежнему поражаюсь этому моменту. Не брать Дзюбу и, блядь, вот куда вы навешиваете штрафную? На Кокорина, который не умеет играть головой, невысокий. Поэтому я говорю, не удивлен тому, что Кокорин гол головой не забил. Потом, чуть попозже вышли Ещенко. Ну, так он тоже не особо запомнился, но хотя скорее он был активен. Дзагоев вышел, сразу сделал таких пару обостряющих пасов вперед. То есть, я не понимаю, Капелло, видимо, он такой старенький уже, опытнейший любитель катеначо итальянского, то есть оборонительного футбола, от обороны играем. Видимо, подумал, что Дзагоев это слишком более... Такой слишком атакующий игрок, поэтому его стал на скамейке держать. Но, блядь, Катеначо он использовал там в Реале, я помню, он делал Реал чемпионом, но его потом сразу уволили, говоря, что, мол, футбол слишком незрелищный. Вот, но фишка в том, что в Реале классный исполнительный. То есть, фишка Катеначо вообще в чем? Ты забиваешь один гол из одного момента в матче, и все, играет обороны. У нас было моментов много, мы их не забиваем, потому что Кокорин это не такой уровень, чтобы забивать
чтобы забивать в каждом моменте. То есть в Реале был Рауль, был Нистл Рой, они забивали. Кокорин, это, блядь, это не Нистл Рой, это не Рауль, это максимум, не знаю, левая пятка Рауля максимум. Я не говорю, что Кокорин прям плохой такой форвард, но это еще очень молодой и нестабильный парень. Ему еще учиться и учиться. Вот-то Капелло, где он тренировал Ювентус. Ну, сравните Дель Пьеро и Кокорина, сравните, пожалуйста, по уровню исполнительного мастерства. Вот так вот, так что, не знаю, зачем Капелло прививает нам этот качинач, который уже довольно-таки устарел вообще морально в нашем футболе. Он, блядь, еще бы тики-таку придумал бы. Но не суть. Вот, потом он выпустил, вот я вообще не понимаю, почему он выпустил Киржакова на 90-й, блядь, минут, на 90-й минуте он выпускает Киржакова. Человек в прошлом матче тебя спас, спас твою итальянскую жопу от позора, и ты он держишь на скамейке. Почему? И почему? Я вот некоторые решения Капелло просто нелогичны. Мне кажется, что ему просто вообще до пизды на эту сборную. Он получает, блядь, 9 миллионов евро в год. Это самая большая зарплата на чемпионат мира по футболу среди тренеров. Мне кажется, что вся Коста-Рика, вообще вся страна получает меньше, чем Капелло. Ой. Извиняюсь. Я просто очень сильно возмущен таким фактом, что Капелло, блядь, не то чтобы гробит нашу сборную, но его решения довольно-таки неадекватны. Блядь, я вот представляю эту картину, ему говорят, мол, Дзюба лучший бомбардир в России. Он говорит, нахуй нам нужен. Вот как это логически объяснить? Я не понимаю. При голландцах у нас было разнообразие форвардов. У нас были высокие, быстрые, тощие, худые. Сейчас у нас их нет. Есть Керш. Все. Канунников себя хорошо показал слева. То есть Кокорин, центрфорвард никакой. По сути, у нас только один опытный центрфорвард, который может зарешать, это как Киржаков, который, блядь, в «Зените» сидит на банке уже довольно-таки давно, там играет Рандон и Халк. И он берет его. Я не понимаю этого, я не могу этого понять, и, наверное, не пойму никогда, почему Капелло делает так. Вот, и я в шоке. И что самое интересное, Капелло 68 лет. И наш РФС, Футбольный Союз, с ним продлевает контракт до 2018 года. И в случае, если мы на этом чемпионате обсираемся и вылетаем все-таки после матча с Алжиром, и вдруг наш РФС подумает, блядь, хуёвенько нас тренирует, давай-ка мы его уволим. Придется платить неустойку, довольно-таки большую, я думаю. То есть я не понимаю, чем они там думают, что там завальники сидят в этом в РФС. Как они это все разрулили, решили, я этого не понимаю. Вот. В любом случае, допустим, Капелло в этом турнире мы пролетаем, и он остается еще до 2018 года. Но смотрите-ка, на Евро мы попадем по-любому, потому что там расширенный турнир, 24 сборные попадают на Евро 2016 года. На него попадают, наверное, все, даже, наверное, Беларусь тоже попадет, в принципе. Поэтому говорят, о, Капелло, успех, попали на Евро, круто. На чемпионат мира домашнего мы тоже попадаем, о, круто попали. Так что Капелло тренирует дальше. Я не знаю, зачем это дальше делать, если он, блядь, и в 2018-м позовет опять Киржакова, который к этому времени вообще уже футбол закончит, я посмотрю такую картину, сидит Керш дома, думает, блять, завершила свою карьеру, красавчик, я забил много голов. Тут звонит Капелло, говорит, Сашка, выручай, чем мы на носу. Керш думает, да ты ебанутый, бери Дзюбу, блять, он сейчас сам на рассвете сил, бери его. Капелло говорит, не, Санек, ты что, ты ж тащишь, ёпт, я ж знаю. Короче, говорит, это очень странная такая хрень. В исполнении этого тренера. Также не ставить в основу Дзагоу. У нас вообще нет никакого креатива на поле. При тех же голландцах у нас на поле был огромный креатив и авторитет в одном лице. Это был Аршавин. Я бы сейчас взял бы его на ЧМС, честно говоря. То есть он бы точно не был бы лишним. Вместо того же, блядь, Ионова, например. Нахуй никому не нужно. Хотя Ионов, конечно, классно играет. В последнее время так неплохо набирает форму. Но все-таки Аршавин бы мог бы и вдруг выстрелить, так сказать. Хоть и все последние годы он был довольно-таки неадекватным мудаком, откровенно говоря. Может быть, на старость лет в нем бы заиграл совесть, он бы зажег бы, так сказать, свою звезду. Ну, короче говоря, вот я не знаю. Говорю, сейчас у нас нет сборной атаки хорошей. У нас, по сути, беззубая атака. То есть мы атакуем, но некому ее завершить. У нас нет креатива, то есть некому дать хороший пас. Потому что Дзагоев, блядь, сидит на скамейке. Зачем это делать, я не понимаю. У нас не сам, но оборона у нас, ну, на четверочку, в принципе, потому что центр-то Вася и Сережа Игнашевич, они опытные парни, уже играют в ЦСКА лет так 700, они друг друга понимают, там тот ему там ухом подмигнет,
подмахнет, вот уже понимает, что надо делать. В принципе, к этому претензий нет особых. То есть мы не провалились пока что на чемпионате, таких особенно фланги, ну, более-менее. И вратарь тоже, хоть он, конечно, налажал в первом матче, но по-прежнему это вратарь такого высокого уровня. Короче говоря, что из этого получится? В принципе, у нас еще хороший шанс на выход в 1/8. В принципе, нам надо обыгрывать все-таки Алжир. Хотя Алжир показал всем, что Корея это херовая сборная, слабая. Алжир их просто трепал, как хотел. Вот. И надеюсь, что Корея не обыграет Бельгию, что, ну, было бы странно, если бы Корея обыграла Бельгию. Плюс там разница мячей, сюда таки плотненько. Но все-таки по-прежнему верим в команду и надеюсь, что наша сборная, как и Греция в 2012-м, так сказать, выйдет прям еле-еле из группы и от Германии 4-2. Вот такие, друзья, дела. Что ж, всем удачи, всем пока. С вами был я, Антон Чейз. Ставьте лайк под видео, вступайте в группу в описании. И если вдруг вы с моим мнением не согласны, то можете считать его правильным, потому что ваше мнение правильным можете считать, потому что у каждого есть право на свое мнение. Всем пока, до свидания.